Андрей Чибис провел встречу в режиме онлайн с врачами-пульмонологами. Глава региона отметил, что на сегодняшний день эта профессия актуальна как никогда. В самом начале онлайн-встречи с врачами-пульмонологами губернатор поблагодарил медперсонал за добросовестную работу в столь сложный для всех период. Он отметил важность их профессии, без которой сегодня не одолеть опасную инфекцию. Если вот брать историю с коронавирусом, то мы одни из лучших по стране с точки зрения выздоровления, с точки зрения минимальных потерь. И за это вам огромное спасибо. По обещанным стимулирующим выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными, уже произвели перерасчет, рассказал министр здравоохранения региона. До 166 тысяч рублей получили врачи. Ну, мы анализировали квитки, вот сколько получил. До 97 тысяч за полный рабочий месяц получили средний персонал, младший до 51, водители до 34 тысяч и прочие до 16 тысяч. На встрече главные врачи отчитались по произведенным выплатам, а также отметили, что нехватки медикаментов и средств защиты в медицинских учреждениях нет.